Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Выходные приближаются. Как провести их интересно и культурно? Ответы в программе «Афиша» о самых значимых событиях Самары в ближайшие минуты. 28 мая в Самарской публичной библиотеке пройдет всероссийская акция «Библия-ночь-2022». В год культурного наследия народов России темой акции станут традиции. Основная программа начнется в 16:30. Гостей «Библия-ночи» ждут перформансы, театральные постановки. В 18:00 жителей и гостей Самары приглашают на пешеходную экскурсию «Жили-были книги», которая познакомит с историей развития книжных магазинов, библиотек и типографий. В субботу музей Эльдара Рязанова приглашает на лекцию «Семейные разговоры» Фрэнсиса Копполы. Путь взлета и падения. От крестного отца до апокалипсиса сегодня. Все самое интересное о герое нового Голливуда расскажет киновед, кандидат юридических наук Олег Горяинов. Встречаемся 28 мая в 17:30. Обязательно сходите в театр. В пятницу на сцене театра «Самарская площадь» любовно-детективная комедия «Фэншуй». Как чувствует себя мужчина, впервые за 20 лет супружеского брака изменивший жене? Ответы узнаете 28 мая в 13:00. 28 мая в 18:00 камерная сцена представит постановку «Первая любовь». История по рассказам выдающегося русского писателя Исаака Бабеля. В центре спектакля – семья, живущая недалеко от Одессы, а за окном – 1905 год. Приходите посмотреть. Бесплатный кинотеатр под открытым небом на четвертой очереди набережной Волги ждет настоящих киноманов. 29 мая, например, здесь покажут фильмы «Ежик в тумане», «Волшебное кольцо», «Рататуй» и «Мы с дедушкой». Расписание всех сеансов на выходные можно узнать в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!